Привет! Ну как встреча выпускников? Зай! Ты чё меня ждал? Ты по мне скучал? Конечно, скучал! Тебя 5 дней не было! Ну, Зай! Ну не ругайся, мы так классно отдохнули! Я всех-всех увидала, представляешь? Муж Смирновой напился, подрался с мужем Петровой! Так, стоп! Это что, с мужьями тоже можно было приходить? Зай, у меня ровные ноги. Я тебе говорю, это что, с мужьями тоже можно было приходить? Представляешь, они нарушили правила. Ты почему так долго? Ну, мы сидели, вспоминали. Что? Где я живу? А вот почему ты не вовремя, да? Дети спят? Спят. Дома убрано? Убрано. Есть, есть? Есть. Знаешь, я вовремя. Что, сынок, явилась твоя ненаглядная? Мамочка, мамуля приехала! А ничего, что я 6 лет назад приехала? 6 лет? Вы, наверное, кушать хотите? Зай, я так есть хочу вообще! Да ты посмотри, она же никакая! Можно подумать, я каждый день хожу на встречу выступников! Заикнула. Зай, дайте куртку купим. Ольга, ну что ты деньги взяла? Зай, дай 3000. Откуда? Ну мы ж на куртку откладывали. Так, а ну быстро спать. Маша, подумай, я спать сказал.